Всем привет, у нас в продаже появляется Hyundai Solaris 2016 года выпуска с объемом мотора 1.6 на 123 лошадиные силы. Два владельца ПТС оригинал, пробег составляет всего лишь 123 тысячи километров на механической коробке передач. Сзади ряд сидений в отличном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Передний ряд сидений также в отличном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. 4 электростеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка зеркал, мультируль с управлением мультимедией, пробег у нас 123 тысячи километров, магнитола у нас на андроиде, обогрев заднего стекла, обогрев зоны стеклоочистителей, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, прикуриватель розетка 12 вольт, USB AUX разъемы. На механической коробке передач два подстаканника, центральный подлокотник. Магнитола с блютузом. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Трейдин либо в Автокредит. А на Хомсим по адресу Студенческая 2, автосалон Зипа Авто. Всех ждем.